Мы на месте. Мы приветствуем Викторию, она идет к маме. Мы спрашиваем у мамы разрешение на диагностику и чистку Виктории. Дает. Даю команду, значит, 3 сканер сканирует пространство над головой Виктории, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Виктории, находит все. Не арахноид. Арахноид. Неупокойная душа. Есть. Горбатая какая-то, причем она жила в ней. Вот же паразитарная сущность. Дальше. Синий дракон. Есть. И черт. Какой синий дракон? 705. И какой черт? 5. Понятно. Хорошо. Кто присутствует в квартире из вас? Черт присутствует. Дракон оплаты. Арахноид. Неупокоенная душа. Кто ты такая? Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Что ты делаешь в биополе ребенка? Питаюсь энергиями, чтобы жить. А кто тебе давал это разрешение входить в чужое биополе и воровать чужие энергии? Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. 4 года? 4 года. Да ты просто паразитарная сущность. Ты 4 года питалась энергиями ребенка. Как один миг для меня. Хорошо. Сегодня ты уйдешь в чистилище. Хочешь ты того или не хочешь? Отпустишь, пойду дальше. Я тебя отпущу сегодня в чистилище, на нулевой уровень. И оттуда ты пойдешь дальше. Не хочу туда. Мне твое разрешение не важно. Людьми хочу пожить. Ты уже пожила с людьми и в основном паразитарно. Ты занималась магией в жизни? Занимался. Это мужчина? Да. Да, он горбатый. Значит, у тебя есть контракт с демоном, который заждались от тебя уже, правильно? Представляешь, какой праздник будет? Поэтому я здесь пожить хочу. Хорошо, ты хочешь. Черт. Кочую. Черт, ты меня слышишь? Слышь. Скажи мне насчет этой души. У нее контракт с демонами. Какой ее дальнейший путь? Насколько он тебе известен? Душа там, душа мучится будет, мается. На какие уровни они идут, такие души? Уровни, это по-вашему. Хорошо, но у вас есть же все-таки... У нас идут в определенное место. Понятно, хорошо. Это ее предстоит ей узнать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Виктории спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственность она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Посмотри, что там к неупокойной душе возвращается, Вера. Чернота. Темная энергия. Туман. Считай информацию, сколько эта неупокойная душа гуляет уже, когда она умерла. 328 лет. Ну хорошо, ты побегал, колдун. Я бы и дальше бегал, если бы не вы. Но мы таких, как ты, уже встречали. Даже больше 500 лет. Все ушли. Оттянул ты свое наказание или плату за то, что ты сделал, за загубленные души. Загубленные души. Моя душа кого интересует? Это не в моей компетенции. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Виктория забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Виктория себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Готово. Хорошо. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Черт, начинаем с тебя. Выходи, снимай все, что там осталось в биополе. На твоей чистоте. Скажи, есть ли затемнение в биополе ребенка? В голове. В голове. От чего оно это? От арахноида? Не знаю. Хорошо. Хочешь получить это затемнение? Хочу. Тогда доложи мне, когда ты все снимешь, я дам отдельную команду. Он все снял. Хорошо. Разрешаю тебе забрать это затемнение на голове. Забирай, возвращайся в клетку. Готов. Выходит синий дракон, вытаскивай все свои платы, все, что ты установил в ее биополе. Где стояли платы? Сердце, плеч. Сердечная чакра на этой области спины, плеч. Готово. Хорошо, арахноид, выходи. Снимай всю свою паутину, все, что ты оставил в ее биополе, отключайся полностью. Возвращайся назад. Посмотри, что он снимает. Ну, он снимает, у него как сетка на лице и вокруг головы из паутины. Сколько ты находился в биополе, арахноид? 3 года. Хорошо. И у него наплетено, как подстилка такая какая-то, коврик, в котором он присутствует. Теснял. Хорошо, синий дракон, сколько ты находишься в этом биополе? Находился? 2,5 года. И черт, сколько ты находился в этом биополе? 8 месяцев. Понятно. Хорошо. У нас осталась неупокоенная душа. Если что-то осталось на чистоте неупокоенной души в биополе,
она подсвечивается, эта энергия, красным цветом. Там что-то есть, как фантом. Силой моего намерения этот фантом выходит. То есть на телом подстраивалась под эту неупокоенную душу. Вышла. Фантом вышел, да? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяю. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Виктории с арахноидом, неупокоенной душой, синим драконом и чертом. До 100% пошел процесс. Готово. Включая внутренний белосвет Виктории, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкооборационное, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Виктории, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Итак, черт, синий дракон, арахноид. Я сейчас открою вам два портала. В один пойдет черт в квартиру. Синий дракон и арахноид пойдут во второй портал. За это время вы собираете все, что вы оставили в квартире, на своей чистоте. Я прихожу, проверяю. И отправляю вас на вашу чистоту первый раз. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в квартиру Виктории. 1, 2, 3. В один портал уходит черт. Во второй портал уходит синий дракон. И за ним арахноид. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо. Открывается портал в чистилище. 1, 2, 3. На нулевой уровень. И неупокоенная душа втягивается в этот портал. Ну и вас занесло туда. Готово. Закрывая, печатаю, растворяю. Все. 328 лет гулял. Хватит. Поехали дальше. Синхронизируется энергия, вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Виктория, как ты себя чувствуешь сейчас? Она показывает, у тебя энергия внутри играет, все переливается. Нравится тебе? Кипает. Отлично. Теперь мама должна заправлять тебя этими энергиями 180% и 15 Гц, поднимать вибрации. Кроме того, мама должна выставлять меркабу ребенку тебе для защиты каждое утро и по возможности помогать выдавливать негатив и сбрасывать в галактическое ядро. До 16 лет мать отвечает за своего ребенка и ее защиты действуют на ребенка до 16 лет. Поэтому обращаю внимание, мы перешлем после сеанса рекомендации по заправке энергии и так далее. Работайте над собой, чтобы оставаться чистыми. Сейчас будем возвращать Викторию в ее систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Виктории в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.